с вами Ромулус. Мы продолжаем развитие нашего восточного острова. Так, здесь было построено два жилых таких райончика небольших. И много-много промышленных зданий у нас. Так, с мусором проблема. Раз проблема появилась, но нужно ее все-таки решить. Так, что-то промышленных кварталов здесь должно появиться. И почему немного? Их много должно быть. Очень много. Тогда у нас все будет хорошо. Так что буду стараться сейчас по максимуму застроить здесь промышленными кварталами. Все, и тогда у нас появится много новых возможностей. Есть такое дело у нас интересное. Теперь надо развить эту промышленную зону по максимуму. Так, давайте-ка загрузим этот остров необходимыми ресурсами. Так, 80 тысяч по-прежнему наше население, там плюс-минус пару сотен человек. Значит, промышленный рост. Да, опять-таки, 80 тысяч это у нас такой конечный предел. Пока не появится много новых рабочих мест, эта цифра будет постоянно изменяться. Реально у нас здесь все загружено. Так, 100% загрузки грузового судна. Великолепно! Наши экспортные возможности растут, цветут и пахнут. Так, может быть, еще один даже построить такой терминал. Было бы где строить теперь их. Хотя, если поискать, можно найти где. Так, ладно, пусть их будет действительно пару. Как получилось.
Ладно, будет здесь ограничение тогда по движению, раз по-другому не получается. Большое движение будет происходить в любом случае. Грузы частично будут туда загружаться. Один из наших портов будет разгружен. Надеюсь, хотя бы наполовину. И далее можно будет уже как-то наяривать. Никак. Никак он не вытащит отсюда. Хотя бы вот так, может быть, функциональность наших зданий повышена будет. Так, есть. Кривовато, конечно, но дорога есть дорога. Хотя бы здесь, да, она должна себя проявить. Автомагистральный план. Здесь...
проходило, но движение у нас более-менее равномерно распределилось между городами. Думаю, можно еще здесь построить еще один район. Необходимые трудовые ресурсы. Шагами население у меня 79 тысяч. Вот так вот. Было раз 80 тысяч за население. Ладно, в целом район сформирован, необходимо еще одну дорогу буквально довести.
Есть. Если нам потребуется что-то взять из этого района, то мы обязательно возьмем. Дорожная сеть полноценно сформирована. И общество ждет появления нового района. Не будем разочаровывать наше общество и предоставим ему этот район. Так, что касается образовательных учреждений. Школа обязательно хотя бы одна понадобится. Я думаю, средняя школа. Сжигательный завод тоже нужен. Как ни крути, а мусор серьезный проблем. Вот новый район появляется потихоньку. Население 78 тысяч. Да, заметно сократилось. В крайнем случае можно электроэнергетику взять из других районов, промышленных. Вот теперь район можно назвать полноценным. Сейчас будет заполнен дефицит рабочих мест. Огромный промышленный район живет, процветает сейчас. Здание тоже. Школа горит вообще. Что за наглость? Возможности наших утилизаторов, конечно, превосходят количество мусора, но это всегда может измениться.
хватает рабочих. Вообще катастрофа какая-то. Как такое может быть? Только у нас было изобилие, тут уже недостаточно рабочих. Несправедливо. Ладно. Инфраструктура у меня тут большая, богатая. Теперь несколько комфортабельнее должна стать жизнь наша. Грузовики заезжают на наши районы, как-то это не особо весело. Грузовики не должны кататься по нашим районам, они должны объезжать все эти структуры. Большая развязка появилась у нас, пусть хотя бы по этой развязке ездят грузовики в обход наших жилых кварталов. Заработала дорога. Так, продолжается рост. Есть куда, в принципе, еще стремиться. Что выращивать?
Леним объезжать по автостраде, они едут самым коротким путем. Да, лентяи, лентяи, есть лентяями. Никак не хотят помогать, участвовать мне в разрешении транспортных проблем. Но тем не менее, город хотя бы на город стал похож. Полная застройка, минимальные участки, зеленые участки между нашими кварталами. В целом, этот город стоит того, чтобы называть его городом. Пусть 77 тысяч человек даже, здесь мы несколько отступили от наших изначальных намерений. Я отказываюсь понимать, как так. У нас вроде бы много чего есть, а вот населения не хватает. Несправедливо это. Большой прыжок в офисном развитии. Ну что, граждане должны разбираться в своих городах, я не буду мешать здесь. Все развлекается, надо переходить к другим участкам карты, развивать их. Нам дает образование 500 еще студентам. Это прикольно. Я вижу еще небольшую возможность, небольшой участок карты. Тут у нас есть место, в принципе, еще ранее не сягаемое нами. По-настоящему хорошо. Так, вот дополнительное население, как раз то количество, которого нам не хватало. Еще несколько кварталов жилых никак не помешают.
же с турами здесь делать? Надо как-то подкорректировать. Неудачная здесь попытка получилась создание необходимых трасс. Сложная транспортная развязка получается, но тем не менее она получилось. Так, большие надежды у меня на эту дорогу возлагаются. Лишь бы она сейчас заработала, и тогда пойдет движение. Возможности моего компьютера явно не тянут на большой город. Наверное, пиком моего развития станет 100-тысячный город. Слишком много всего потребуется. Даже не знаю, может графику ухудшить. Просто пройти. Так, первый автомобиль поехал по этой дороге нашей новой. О, хоть кто-то еще. Так, возможно, сейчас эта ситуация разрешится. С автострадами, конечно, нам удрили.
выбора особенно нет, надо довести дело до конца. Да, при всем при этом, построив новый район, население остается совсем незначительным, всего лишь каких-то там 78 тысяч человек. Но этот остров живет, функционирует нормально, правда здесь нехватка населения есть. Но со временем все проблемы нужно решить, и это тоже. Идеальные места для развития города, но мне хотелось бы что-нибудь новое развить. Так, опять пожары съели часть города вашего. Ну что ж, вот наша новая зона. Зона, в которой необходимо построить туристический центр. Сосредоточено, по-видимому, максимальное количество достопримечательностей. Поскольку туристический центр должен привлекать туристов, то достопримечательности должны здесь быть в максимальном изобилии.
снести, лишь бы... Странно получается, но не выходит никаким образом создать пока что здесь аэропорт. Ладно, можно попробовать еще лимитом. Снести лишнее здание просто-напросто и постараться поставить здесь что-то. Сложная у нас система получается развития, но тем не менее все ради аэропорта делается. Хоть местного значения какой-то аэропорт нужно поставить. Ай-яй-яй-яй, 80 тысяч у нас снова появляется. К сожалению, у нас пока нет еще достопримечательности в виде нашего аэропорта. Хотелось бы построить, очень хотелось. Однако нигде не получается поставить этот аэропорт, везде занято. Так, ну что ж, первое место определено, можно поставить здесь.
Ёшкин кот, что ж такое? Ладно, пусть будут мелкие аэропорты, если других не получается просто-напросто построить. Только что здесь где-то зеленым цветом светилась возможность поставить этот аэропорт. Хорошо, пару аэропортов у нас появилось. Наш край обетованный. Здесь у нас будет стоять множество достопримечательностей. Здесь мы будем развивать туристическую сферу. Я надеюсь, на туризме реально получится заработать, потому что капиталовложения очень немалые здесь. Так, ну, туризмом мы будем заниматься в любом случае в следующей серии уже. В этой серии мы лишь наладим транспортную сеть. Создадим, так сказать, предпосылки к формированию настоящего туристического бизнеса в регионе. Да, на дорожную разметку у нас уходит колоссальное количество денег. Вон даже население до 81 тысячи выросло. Так, ну, пусть будет так, как есть. Может, посмотрим, что делать. Друзья, на этой ноте я заканчиваю данную серию. Спасибо всем за внимание. Мы достаточно далеко продвинулись и в развитии острова, и в создании дорожной сети для будущего туристического центра. Так что всего доброго. До следующих серий.